turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Этой зимой я впервые выехала на велосипеде по снегу. Думала, ничего не получится, но я на стадионе «Юность» приехала учиться этому спорту у профессионалов. У нас не просто велогонки для любителей и профессионалов. Сюда пришли родители с детьми. Вы сами проходили эту трассу? Проходила пешком не раз, на велосипеде пару раз, но не всю, честно признаюсь. Наметил трассу. Денис Кабанин – это профессиональный велосипедист Карелии, один из сильнейших велосипедистов и чемпион России по кросс-кантри в 2012 году. А готовили ее мы силами оргкомитета и волонтерами. A stolen branch of soul. Is that what demons do? They rule the world to me. Destroy everything. They bring down angels like you. Друзья, это Вилов. Зимние велогонки. Все было позитивно и круто. Даже я прошла эту трассу, хоть и пешком. Всем добра!